Удача приходит к тем, кто ее ждет. Приходит к тем, кто ее зовет и делает шаг навстречу. 25 декабря мы все вместе соберемся в лесу и проведем шаманский обряд на привлечение удачи. Для тех, кто придет, нужно обязательно принести с собой подношение. Красное вино, молоко, дары для духов, чтобы их задобрить. Они ведь обязательно придут, но их нужно покормить. Мы призовем духов. Слышите? Они уже мчатся. И 25 числа, после зимнего равноденствия, они придут. Хотя, точнее сказать, не равноденствие, солнцестояние, потому что пройдет переломный период, тогда, когда будет самая длинная ночь, и после этого родится новое солнце, когда день начнет прибавляться, и удача постучится к каждому, кто ее ждет. И это случится 25 декабря.